нашего с вами города. Ну, я думаю, что вы поняли, на что я намекаю. Осень наступила. Я хочу вам пожелать провести это время года исключительно в положительном настроении, быть всегда радостными, конечно, получать подарки. А сегодня, кстати, их дарит Тверленд. Я вот хочу получить подарок, поэтому я побежала. Начали осень и новый учебный год с Тверилендом около сотни тверичан. Перед развлекательным комплексом состоялся большой праздник, в котором принимали участие творческие студии, танцевальные коллективы, вокальные ансамбли. Программа сопровождалась детской анимацией с любимыми персонажами из популярных мультфильмов. Веселили гостей акробаты на ходулях, которые бесспорно привлекали внимание, причем не только детей. Я тоже хочу такие же длинные ноги. Ну как ты их отрастил-то, а? Подскажи. Я просто в детстве хорошо ушел. Детям покушали уже? Да. Вкусненько? Да. В этот день было разыграно множество ценных призов. Пакет сертификатов от Тверленда, школьный набор, сертификат на занятия теннисом, зонт-раскраска фиксики. Спасибо за праздник, спасибо за подарок. Очень зонтики мы любим, прям угадали с подарком. Да, спасибо большое, Тверленд. Будешь им пользоваться осенью? Да. Когда будет? А еще билеты в кино, детские смарт-часы и электронная книга. Очень понравилось. Ходили на второй этаж, на всех автоматах поиграли, нас фотографировали, сделали фотографии, спустились, покушали. И праздник великолепный, погода замечательная. Но еще с подарком, я так понимаю. Это вообще, да, конечно, неожиданно приятно, очень приятно. Главный приз – глобус. Его обладателем стала Галина Ивановна. В этом году в первый класс идет ее внук, поэтому подарок оказался очень кстати. Я очень рада, что выиграли. Такая удача у нас. А тебе хочется в школу? Да. Как будешь учиться? Завершился праздник зрелищным представлением одного из самых сильных и известных самодеятельных цирковых коллективов России – «Непоседы». В новом учебном году Тверленд продолжит дарить тверичанам яркие эмоции и позитивное настроение. Давно не смеялись? Пора исправлять ситуацию. Скоро в Тверь приезжает суперкрутой юморист. Вечер откровенных и смешных историй, где нет цензуры или неудобных тем. Именно таким будет концерт Алексея Щербакова. Каждое его выступление – это всегда честные и смелые шутки, которые хочется пересказывать друзьям. А вообще лучше их послушать вживую. Это прям какой-то удар был. По факту, мне прописали очки, поняли? Прописали очки, но типа не в жизни, а только за рулем. За рулем нужны очки, а так не нужны. Я думаю, если мне нужны очки только за рулем, ну вот что, если можно мне просто лобовуху -4 поменять? Честный, всегда близкий зрителю. Так можно охарактеризовать юмор Алексея. А еще у него такая классная мимика. Ну, сами посмотрите. Но я решил посмотреть, что там просрочилось в медикаментах. Да, ну мне же интересно, что там, пластырь, бинт, я же посмотрю. И открываю, и йод. Просрочился йод. Искрометный юмор и поразительно точные наблюдения делают Алексея одним из самых ярких комиков проекта «Стендап» на ТНТ. За качественной порцией юмора и зарядом положительных эмоций приходите 2 октября в ДК «Пролетарка». Начало в 19:00. А сейчас мы расскажем о новом концертном сезоне в киноконцертном зале «Панорама» на Смоленском, 29. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам немножечко подробнее об одном из исполнителей, встреча с которым нас ожидает в будущем концертном сезоне киноконцертного зала «Панорама». Итак, уже 18 октября на нашей сцене влюбленный в рок-н-ролл Денис Мужиков и его бэнд. Денис Мужиков – потомственный музыкант. Его отец Алексей Мужиков – автор хитов советского времени, которые с успехом исполняли Алла Пугачева и Эдита Пьеха. Уже с детства Денис был окружен музыкой. И в юном возрасте он познакомился с таким редким для Советского Союза направлением, как госпел, церковные песни афроамериканцев США и с буги-вуги. Это и определило его дальнейшую жизнь и дальнейшее направление. Но и в юном же возрасте его ожидало разочарование. В школьном возрасте ему предоставилась возможность выступить на центральном телевидении, и он подготовил, конечно же, песню в любимом стиле рок-н-ролл. И, как мы с вами понимаем, его не пропустили. Каково же было расстройство и разочарование юного музыканта, однако он не сдался и с
сочинил несколько так называемых допустимых песен, которые с успехом исполнял на центральном телевидении. Но рок-н-ролл жил глубоко в сердце юного музыканта. Еще одно увлечение занимало его время – это спорт. Он серьезно занимался боевыми искусствами, и даже в какой-то период перед ним стоял выбор – либо спорт, либо музыка. Однако рок-н-ролл взял верх. Отец предупреждал юного сына, влюбленного в рок-н-ролл, что в советское время это направление безуспешно и бесперспективно, но время идет, и жизнь носит свои коррективы, и случается так, что западная музыка уже в нашей стране совершенно легальная. Денис поступает на эстрадное отделение училища имени Гнесиных в класс профессора Даниила Крамера, которое с успехом заканчивает. И тут начинается головокружительная карьера Дениса. Его приглашают единственного музыканта из России на престижнейшие фестивали рок-н-ролла. Он выступает на самых знаменитых концертных площадках России и мира. Он записывал и записывает множество альбомов. До недавнего времени Денис исполнял свои произведения только на английском языке, хотя в последнее время в его творчестве появляются произведения и на русском языке все чаще и чаще. Денис не является глубоко верующим человеком, однако абсолютно уверен, что влюбленность в рок-н-ролл дана ему откуда-то свыше, от Бога. А от себя я хочу рассказать одну историю. Я вспоминаю одну из записей популярного телевизионного шоу «Артист», где Денис набрал невероятное для этого шоу количество баллов, более 90. И авторитетное жюри стоя аплодировало этому исполнителю более 10 минут. А молодые последователи этого направления – рок-н-ролл, твисты, буги-вуги, ритм-энд-блюзов – считают, что творчество Дениса Мужикова – это музыкальная энциклопедия, которую просто неприлично не знать, не читать и не перечитывать постоянно. Вот такая встреча нас ждет с таким замечательным артистом 18 октября на сцене киноконцертного зала «Панорама». Хочу напомнить, что информацию можно уточнить по телефону 300-033. Заходите на наш сайт panorama-tver.ru. И до новых встреч с талантливым, влюбленным в рок-н-ролл Денисом Мужиковым. А сейчас о киноновинках. События оригинальной манги разворачиваются в историческом Китае в период междоусобных войн. Никаких инопланетян, только яркий антураж, красивые масштабные батальные сцены и сражения на мечах. Фильм построен на реальных событиях, происходящих в Китае в 3 веке до нашей эры. Царства ведут между собой кровопролитные захватнические войны, чтобы стать хозяевами территории. Где-то на задворках одного из таких царств живут двое сирот, мечтающие стать великими генералами. Мы должны объединить наш мир. Самые авторитетные голливудские издания поставили этой картине высшие оценки. Бронирование и заказ билетов в киноконцертном зале «Панорама» по телефону 300033 и на сайте panorama-tver.ru. Возрастное ограничение для зрителей 16+. На этом у нас все. До скорой встречи в эфире в следующей программе «Культ Фьюжн». Пока-пока!